Вот мы и приготовили наше блюдо. Из духовки Виктория Мимжанова достает не обед и даже не ужин, а вайнеры – специальные формы для создания декоративных цветов. Они делаются из специального материала, который называется фоамиран, ну и с помощью специальных инструментов, которые мы сами изготавливаем. Эти инструменты и есть вайнеры. Внутри каждой силиконовой формы отпечатки лепестков, листов, стебля, всех составляющих цветка. Мы сегодня сделаем папоротник. У нас в ботаническом саду целых 3 вида, и вот один из них, максимально простой, мы сегодня сделаем. Нам понадобятся наши вайнеры, сам фоамиран. Так как папоротник у нас зеленый, мы берем зеленый фоамиран. И на данном этапе нам нужен будет утюг. Фоамиран – материал, похожий на вспененную резину. Он легко растягивается и при нагревании принимает нужную форму. Чтобы сделать отпечаток, аккуратно вместе с вайнером на 40 секунд прикладываем его к утюгу. Ой, а если я его не задержала, то что делать? Да, вот его нужно держать, чтобы мы контролировали отпечаток. Горячо, да? Да, горячо. Главное не передержать, чтобы совсем не расплавился или не загорелся. Как только время вышло, соединяем две части вайнера между собой, как сэндвич. И сколько он должен отпечатываться? Все, он готов. Фоамиран остывает буквально секунды, поэтому когда вы открываете, у вас получается отпечаток. Дальше по кругу обрезаются неаккуратные края, и к уже готовому листу приклеивается проволока. Проволока вклеивается для того, чтобы листик или лепесток держался. Это своего рода литон, который будет держать форму. То есть он не будет падать, потому что сам материал очень тонкий и очень мягкий. Проволоку крепим на суперклей, сгибаем лист пополам, чтобы спрятать ее. Все, да? Да, мы раскрываем. И вот у нас готов листик. Следующий этап. Нам нужно все это затонировать, чтобы это было максимально реалистично. Лучше всего использовать несколько оттенков краски, чтобы переход выглядел натурально. Очень важно, ну, в нашем деле знать флористику изнутри. То есть мы должны знать, из чего состоит цветок, как он выглядит, какие его виды могут быть. Выглядит папоротник почти как настоящий, разве что не пахнет. С силиконовыми формами можно создать любые цветы. Чтобы собрать одну такую розу, нужно не меньше 50 лепестков, 20 листов, а еще проволока и глина для стебля. Самое сложное в этой работе – тонировка. Нужно правильно передать каждый оттенок, чтобы все выглядело максимально реалистично. Ну и, конечно, запастись терпением. Одну такую розу можно делать целую неделю. Цветы с фоамирана – альтернатива для людей, у которых на подоконнике постоянно увядают живые растения. Если периодически протирать пыль, такой декор годами будет радовать вас своей красотой. Татьяна Балыкина, Евгений Полунчуков и Евгений Горбузов. Утро нового дня!